Всем привет, друзья мои, здравствуйте. Сегодня я вам передаю горячий новогодний привет из зимнего и практически новогоднего города Душанбе, столица Таджикистана. Это очень забавно, но только что я раз пять здоровался с Дедами Морозами и говорил им салям алейкум. Тут, короче, ходят Деды Морозы, вот тут есть большая толпа. Так, вот сейчас прямо за моей спиной находится памятник Исмаилу Самани. А в соседних роликах вы можете выучить и понять, кто это такой. Это был такой родоначальник, полководец и царь, король древнего государства таджикского, первого древнего большого таджикского государства, и его именем названы таджикские деньги. Ну, в общем, все подробности про него в других соседних роликах. Так, здесь ходят Деды Морозы, их тут очень много. Еще здесь ходит, значит, одна панда, белый медведь, еще один Микки Маус. Там есть еще один вагончик такой новогодний, типа поезд, маленький составчик, да, и куча-куча Дедов Морозов, каждый из которых говорит тебе салам алейкум. Это очень забавно. Так как я сам работал и был Дедом Морозом где-то, ну, почти 20 лет, то это очень весело и как-то по-родному. Вот такая красивая елочка, звучит таджикская музыка. Елочка эта находится в городе Душанбе, столица Таджикистана. Здесь есть у нас милиция, где-то тут за моей спиной была. Сейчас я вам ее покажу. Вот, видите, она охраняет порядок, потому что очень много цыган местных, они называются люля или люли, вот. Они занимаются мелким воровством, попрошайничеством. Ну вот и некоторые стоят в штатском, которых очень легко определить, что они менты. Вот стоят вот тут над этим плечом, такие в штатском милиционеры. На удивление, меня сегодня никто не беспокоит. Да, кстати, вношу ясность, таджики на самом деле это очень добрые, гостеприимные. А то некоторые думают, что я тут обозлен на всех и всех ненавижу. Нет, это не так, все нормально, все хорошо. Просто у некоторых есть паранойя, недоверие к иностранцам. Вот у этих, Значит, вот эта архитектура уже была обозначена и описана в соседних роликах, вы можете посмотреть. Это центральная площадь. Вот здесь воздвигается новое здание центральной почты. Да, вы можете здесь посмотреть чуть ниже, там найти ролик, он очень популярный. Там почти 20 тысяч просмотров, где я и мой друг делают подробный обзор этой площади. И вы узнаете, где тут что расположено и что как называется. Там еще есть у нас одна аллея и парк Рудаки, я вам сейчас их покажу. Вот там есть вот такая аллея, парк Рудаки. На той аллее есть новогодняя ярмарка, там есть распродажа различных сладостей, напитков, кукурузы, бургеров и так далее. Ну, вот такие вот дела. И даже есть цифры 2020. Может быть, я вам попробую показать эти цифры. Я вам обещал показать Дедов Морозов. Вот они ходят, машут ручкой и даже с Микки Маусами, с какими-то пандами вместе под ручку. Вот Дед Мороз. Так что пусть с вами тоже прибудет новогоднее настроение. Все улыбаются, очень красивые девушки здесь живут. Где-то тут должны быть цифры 2020. Вот тут находятся цифры 2020. Видите, да, это цифры наступающего года. Пятый Новый год приближается. За время путешествия Новый год номер 5. И примерно это было уже так. Тбилиси, Сингапур, Паттайя и Ханой. Вот в этих городах я уже встретил именно в этой последовательности 4 раза Новый год за время путешествия беззатратного, которое длится по сей день уже 5-й год. 42 страны за спиной в этом путешествии. Всего за всю жизнь их 56. Друзья мои, не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, откомментировать хорошими словами, поделиться этим роликом с друзьями и нажать на колокольчик, конечно же. Меня зовут Олег, профессиональный путешественник. Сегодня я вам передавал новогодний привет из города Душанбе, из столицы Таджикистана. Сейчас я вам еще покажу, тут есть флаг. Значит, вот тут где-то должен быть флаг. Вот, он плохо просматривается. Аллея Рудаки, еще там один монумент, стела. Вот такая у нас новогодняя атмосфера. А, еще здесь написано 2020. Вот тут написано где-то над этими воротами.
Вот тут написано 2020, то есть цифры приближающегося года. Такие вот дела. Еще тут есть хабибомания такая нездоровая. Вот смотрите, видите, вот эти ненормальные люди в грузинских шапках чеченских. Вот они. Вот такие люди есть. Это люди, которые страдают хабибоманией, которые смотрят Хабиба, увлекаются ММА и так далее. И проявляют большую солидарность с различными кавказскими народами и боями без правил. У каждого свои болячки. Значит, с Исмаилом Самани я вас уже познакомил. Сейчас я вам еще покажу еще раз елочку. Пожелаю всем вам счастливого Нового года. Пусть сбываются ваши мечты. И у вас будет много денег и здоровья. Спасибо за просмотр. У меня все отлично, будет еще лучше. Горячий новогодний таджикский привет. Впереди много интересного, друзья мои. Обещаю. А вот и эти цыгане обещанные. Вот они ходят, что-то ищут. Непонятно что. Пусть беда обходит вас стороной. И в жизни будет только счастье. Спасибо за просмотр. Увидимся на краю света. Впереди еще очень много интересного. Сейчас еще немножко вам покажу Дедов Морозов. Если вы забыли, как они выглядят. Вот здесь происходят такие платные фотографии с различными Дедами Морозами. Кстати, у них вообще нет снегурочек. Так что, девочки, пишите. Вакансия имеется. Всех с Новым годом. О, еще один. Синий. Кстати, у таджиков есть даже свой Новый год, персидский или мусульманский. Он происходит в марте, в день весеннего равноденствия. Увидимся, друзья мои. Всех целую, обнимаю. С Новым годом.